1 июля в Чувашии в кафе и рестораны будут пускать только привитых от ковида посетителей. Фейс-контроль можно будет пройти, предъявив специальный QR-код, подтверждающий факт прохождения вакцинации от коронавируса. Механизм реализации такого решения обсуждали сегодня на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. На повсеместное внедрение QR-кода еще уйдет время. Чтобы попасть в ковид-фри-зону, с собой можно будет взять ПЦР-тест, сделанный не более чем 3 дня назад, или подтверждение о прививке, хранящееся в электронном виде на портале госуслуг. В Чувашии сейчас работают 56 пунктов вакцинации. Сделать прививку можно в любой день, без выходных, с 8 утра до 8 вечера. В режим ковид-госпиталя вернули 2 больницы, еще 3 в режиме готовности. В лечебных учреждениях развернуты почти 1500 коек. Сейчас на стационарном лечении находится 1400 человек. Из них в крайне тяжелом состоянии 38 пациентов.